Чувашия присоединилась к Всероссийскому субботнику. Экологическое мероприятие прошло в поддержку онлайн-голосования за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году по региональному проекту формирования комфортной городской среды. Чистота – залог здоровья. Всероссийская акция собрала на территориях парков, садов, скверов и других любимых мест отдыха всех, кто неравнодушен к экологической безопасности. Всероссийский экологический субботник замечательная идея. Надо ее постоянно продлевать. Да и вообще приятно, наверное, просто так прийти, немножко убраться, очистить территорию от мусора и получать большое удовольствие. В Чебоксарах один из массовых субботников прошел на площади Победы в юго-западном районе, где в прошлом году в рамках нацпроекта были проведены работы по улучшению пространства. Это наша родная территория. Эту территорию выбирали наши отцы и деды. Начиная с 41 года, она всегда была благоустроенная. Здесь очень много деревьев, красивых деревьев. И вот благодаря, наверное, инициативе жителей нашего района, произведен ремонт, благоустройство этой территории, за что вот заводчане, в первую очередь, жители Чапаевского поселка, они очень рады, что вот эти территории, они не просто брошены, они благоустраиваются. Дубовая роща в новоюжном микрорайоне Чебоксар только готовится к преображению. Согласно проекту, здесь появятся беговые и велодорожки, которые в зимнее время превратятся в лыжную трассу. Вдоль всей пешеходно-тропиночной сети будут располагаться скамейки и светильники. Работники одного из столичных предприятий вместе с волонтерами привели территорию в порядок. Конечно же, традиционные субботники мы всегда проводим вместе. Поэтому, да, мы здесь, мы сегодня, мы с горожанами, потому что и наши работники являются жителями этого микрорайона. И мы создаем тем самым плацдарм для работы профессионалов по благоустройству рощи. Выбрать места, которые будут благоустроены в следующем году, можно с 26 апреля по 30 мая на сайте 21городсреда.ру. Это очень хорошо, потому что люди сами выбирают, где они могут гулять, отдыхать. То есть, конечно же, каждый хочет в своем районе какое-то благоустройство получить, чтобы было комфортно и с детьми гулять, и вообще самим. Ульяна Пятакова, Надежда Яковлева, Николай Скворцов, Республика.